Красоты башкирской природы. И как вы думаете, где я? Как вы думаете, где я? На что похоже это место? Это озеро Сарва. Родник Сарва. Из него вытекает вот такая река. Ну, уже эта река почему-то напоминает Инзер. Я на Инзере ни разу не была. Но здесь очень-очень красиво. Вот эта дорога ведет к роднику Сарва. Здесь нужно идти только-только пешком. Проезд здесь запрещен. Поэтому мы идем пешком. И я, и Лиза, и наш папа. Да, папа Лиза. Охраняется законом геологический памятник природы, озеро Родник Сарва. Чистейшая вода, карстовый источник. Смотрите, не пропустите это чудо. Глубина этого источника 35 метров, не поверите. Вода прозрачнейшая, гораздо прозрачнее, чем в Красном Ключе. Если обратите внимание, вот в глубине расщелина, там реально разлом. Из него выходит вода с огромной силой. Очень большой дебет, какой, не помню. Вот эти разломы видны вот здесь и там, где я показывала. А это наши папа и Лиза хотят спуститься. Охраняется законом, охраняется. Глядим на табличку, да, смотрим вниз, костры все-таки жгут. Но наш человек, он неистребим в своей изобретательности, а вернее банальности. Таинственное озеро. Глубиной 35 метров. Смотрите. Вот пошла по озеру рябь. Вот такие у нас прогулки по Башкирии, а теперь мы едем дальше.